И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео. Хочу вам показать, так сказать, рум-тур. Видите, в этом видео, так сказать, все мои коллекции, вот, и плюс еще кое-чего я вам не показывал, потому что, ну, выделять это как-то в каком-то видео нет смысла, а в этом как раз есть смысл. Так что в этом видео вы увидите то, что я вам, так сказать, показал и не показал. В общем, так сказать, добро пожаловать на Румтур 2019. В общем, вы помните, на этом фоне, в принципе, я всегда снимал видео и сейчас снимаю. В общем, здесь у меня лего-коллекция мини-фигурок. Вы уже, в принципе, все видели, так сказать, подробненько. Я вот просто вам так покажу быстренько. Да, ленты, так сказать, заклеиваю скотчем, потому что пыль летит, я не хочу, чтобы все это пылилось, потому что видите, сколько фигурок, и у меня нету желания, чтобы все это было открыто и пылилось, и потом каждый месяц чистить. Вот такой, как бы так сказать, лайфхак, если вам только позволят сделать так, либо если как бы вам не жалко свою секцию портить. Ну, как бы нельзя сказать, что вы прям супер-пупер портите. Да, конечно, здесь клей будет отставаться, но если вы хотите защититься от пыли, то надо чем-то жертвовать. Вот так вот все стоит у меня. Гарри Поттер пока стоит лишь бы как, потому что я еще не придумал, как, так сказать, поставить. Новой серии как нет, так и нету 19-й. Да, теперь давайте перейдем сюда. Тут Star Wars, тут, в принципе, он и уже стоит очень давно, но раньше, насколько я помню, здесь у меня стояли Lego City набор. Тоже все, так сказать, ленты я заклеил, стекляшки, вы видите, то есть стекло. Это можно взять где? Так сказать, рамки для фотографий берете. Размер здесь у меня 20 на 30. И все, стекло вытаскиваете и делаете такие полочки. Очень удобно, практично, супер. И как бы они еще прозрачные. И как бы если вы вниз что-то поставите, то как бы, ну, слегка можете увидеть. Тем более свет будет попадать. Снизу можно будет тоже все разглядеть. То есть я вам даю такие два лайфхака со скотчем и, так сказать, со стеклом. То есть наборов немало, как и Star Wars, как и мини-фигурок, да, и вообще у меня всего немало. Давайте перейдем теперь вниз. Ну а внизу у меня стоят трансформеры, только здесь не все, здесь половина, остальная половина в другом месте, так как здесь трансформеры из фильмов, да, все фильмы здесь имеются, первый, второй, третий, четвертый, пятый и Bumblebee Movie. Конечно же, не все трансформеры, какая-то часть, так как не всегда у нас продавали, так сказать, в большом количестве каких-то вообще, из какой-то серии вообще у меня мало, вот, например, из четвертого фильма вообще чуть-чуть. Просто очень мало продавали, не знаю почему. Вот, ну а Studio Series у меня откуда? А из Алиэкспресса. То есть вам рекомендую там брать. Также там уже появились новые серии, новые Studio Series трансформеры из 2020 года. Так что надо подождать акции и брать. Ну и плавно мы переходим сюда. Вы также помните, наверное, здесь, если я вам показывал, это тоже здесь стояли трансформеры, только мультяшные. Ну а вот здесь у меня теперь стоит Lego Overwatch. Для новых наборов у меня тоже место здесь есть, так что все продумано. Тоже все заклеил скотчем. Да, конечно, через камеру, телефон, вы видите вот эти вот всякие непонятки. Не очень приятно, конечно, но глазами это все более-менее. Ну, конечно же, это можно все отклеить, но просто отклеивать это тоже тудым-сюдым и просто потом приклеиваться не будет. Поэтому вот так показываю, тем более рум-тур это так, как бы раз, все рассмотрел и все. То есть вот здесь у меня вот так вот все стоит. Всегда радует глаза, приятно смотреть и, в общем, все. Здесь мы все рассмотрели, теперь перейдем к моей секции. В общем, секция такая. Возможно, кто-то еще не видел, как она выглядит, но я думаю, все уже видели, как она выглядит. Вот так. Такая она, да, белая, конечно же, белый цвет мне не очень нравится, например, если белые стены, или белые секции, или мебель, что-то такое, но могу сказать, это хороша, у нее интересный дизайн, да, не очень дорого стоило, тем более у меня вещи все цветные, и как бы не так уж прям это все бросается в глаза. Вот, но прежде чем мы, так сказать, заглянем внутрь, что же там имеется, давайте мы посмотрим вверх. Наверху имеется у меня много всего, имеется
имеются как и трансформеры, как и бумажные подделки, да и просто лего-коробки. Давайте наверх вот сюда и пойдем направо. Значит, здесь у меня BrickHeads и трансформеры, да, то есть у нас имеется Leadfoot, Sideswap. Брикетсы коробки я решил так поставить, потому что они тоже под циферками, и тем более, почему бы и нет, как бы у меня получилось так, что вообще до конца дошло очень-очень хорошо и смотрится тоже очень неплохо. Потом такая подделочка у меня имеется, в инстаграме я фоточку делал, так что не забывайте переходить на мой инстаграм, ссылочка в описании, если не ошибаюсь. Вот, то есть здесь у нас Эш и Боб, классно получилось на фоне, и также это все открывается, и фигурки можно снять. Потом недавно я делал, так сказать, Юлика и Кузьму с крипером, как будто они в шахте, да. Я решил сделать так, как они начали снимать Майнкрафт, и я такой подумал, почему бы не сделать мне подделку и такую композицию. Ну, ринг WWE вы уже видели, в принципе, на видео видели не раз, и в инстаграме тоже есть. Дальше здесь у меня еще местечко есть для двух подделок. Одна уже постепенно будет делаться. Ну и здесь у меня также идут BrickHeads коробки. Да, вот столечко имеется, и BrickHeads, и Bumblebee. Но также могу сказать, что в 2020 году, оказывается, BrickHeads будут. И немало. Но это мы в отдельном видео поговорим в рубрике Ingvar News. Ну а теперь давайте посмотрим, что же здесь внутри. Вот они, мультяшные трансформеры. Я надеюсь, что все будет видно хорошо. Я решил сейчас снимать вообще без фонарика, без всего, так как на улице солнечно, голубенькое небо и как бы имеется такой природный свет. Так что этим моментом я пользуюсь. Здесь у меня мультяшные трансформеры, тоже их немало, почти что напополам, видимо, наверное, так и получилось, да, то есть очень все классно выглядит, красиво, глаза разбегаются и не знаешь, с чего, так сказать, начать смотреть. Естественно, все эти вещи, все-все-все абсолютно, если брать сумму, это не за один год, так сказать, накопился, за 10 лет точно, может даже и за 15, возможно, может быть, так как мне начали покупать очень-очень давно. Но там, например, один наборчик лего, пару трансформеров, и, в принципе, я такой не особо увлекался, я такой, что это, как это? А потом, как, например, посмотрел мультик или еще что-то, я такой, мне это интересно, и потом понеслось. Здесь у меня микс лего, то есть Чима, Ниндзяго, вот здесь вообще полный микс, всего по чуть-чуть имеется, муви, пару френдс, ничего страшного я не вижу. То, что Лего Фрэндс для девочек, нет, я могу сказать, что Лего Фрэндс для мальчиков тоже подойдет, потому что есть хорошие наборчики, пару наборчиков по серии Майнкрафт, Ниндзяго, да, могу сказать, немало. Немало, переходим дальше, вот на таких, да, полочках все стоит, так что немало мне пришлось рамок купить, некоторые мне отдали, поэтому немножко сэкономил. Здесь у меня Лего Сити, немало наборчиков, разные серии, в 2020 году также планирую брать Лего Сити наборы, есть некоторые хорошие, но пожарная и полиция я буду, так сказать, не знаю, унижать еще, потому что, честно, это ужас полный, не знаю, для чего они так сделали, может, для кого-то они это решили так сделать, но не знаю, если такая серия должна быть и потому что, да, они объяснят, я тогда пойму, но если это правда такая серия, то, excuse me, тачки, вы видите полностью полочка тачки, здесь все абсолютно тачки, нигде больше нету, и вот здесь вот такая вот вообще классная тема выйдет, вообще грамотно поставлена, да, то есть, блин, глаза тоже разбегаются, прям все яркое и все супер. Ну и общежитие, так сказать, самолетов немножко вот такое получилось, но в общем, вот эту часть я вам не показывал, да. То есть здесь у меня такой как бы как склад, не склад, то есть здесь у меня полностью трансформеры, да, то есть коробочки, а в них у меня инструкции, журналы трансформеры, и здесь всякие картоночки имеются. Ну и, конечно же, от попкорна коробочка, да, по четвертому фильму, сам диск у меня я еще решил купить, и там пенальчики давно брал. Дальше. Лего книжечки немало. Сейчас также добавляются в магазине, привозят новые книжечки, но, увы, мини-фигурки меня не заинтересовывают. Но надеюсь, что скоро будут книжечки те, которые меня заинтересуют. Ну и, конечно же, вам покажу. Лего запчасти, их у меня, в принципе, немало. Три коробочки. Возможно, вы помните, что у меня было раньше больше, но я решил все плотненько сложить и, так сказать, уменьшить количество вот таких коробочек. Дальше здесь у меня Лего инструкции в основном, в альбоме.
альбоме даже есть, да, то есть альбом тачки, там инструкции маленькие, лего-каталоги, мешочки, могу сказать, что... Что могу сказать? Мешочков-то больше у меня не будет. Почему? Потому что лего-магазин убрали, и как бы все. То есть для меня теперь эти мешочки будут очень ценными и редкость. То есть вот эту я вам тему не показывал. Ну и теперь давайте вам покажу бумажный Майнкрафт. Да, вы скажете «О май год» или «Диос мио» по-испаньоль. Как бы, что это ты натворил? Здесь я старался сложить более-менее. Вы помните лего минифигурки? Да. Где сейчас стоят лего минифигурки, стояли у меня мои подделки. В основном Майнкрафт из бумаги, супергерой из бумаги есть, Star Wars из бумаги. И, в принципе, наверное, все. Увы, вот как-то так, я пока не нашел места. Видимо, у меня много всего остального. Для этого не нашел я места, но, как бы я планирую кое-что, так сказать, сделать, объединить, переделать, доделать, сделать, вот, но что-то можно, так сказать, разглядеть, ничего здесь не переломал, не сломал, но вот так вот, как бы, небрежно лежит, так что кому-то, может, это не очень приятно видеть, но уж извиняюсь. Так что, также еще здесь у меня Лего Биониклы, в принципе, вы, наверное, скоро увидите их в отдельном видео, так как там есть хорошие Биониклы и очень старые, то есть мои мини-миры, книжечки всякие, да. Тоже здесь такие имеются два Майнкрафт, так сказать, журнала. Также выпускаются до сих пор. Я их не беру, 5 евро цена, дороговато. Ну и ничего я для себя супер, естественно, там не увидел. Но два имею, для коллекции сойдет. Кузница моя обалденная вот здесь стоит. Ну и всякие человечки имеются. То есть животные, человечки. Возможно, в следующем году что-то сделаю по Майнкрафт из бумаги. Возможно, вот. Но как бы пока я еще на этой теме не думаю. Так как делаю сейчас Overwatch из бумаги, и как бы все время уходит туда, и еще кое-что планирую из бумаги сделать. Ну, еще в планах, в принципе, много всего есть, но все постепенненько. Ну, и еще хочу вам кое-что интересное показать. О, великий дом, когда ты будешь закрыт от пыли? Я не знаю. Но вот, вот такое, как бы, имеется здесь. То есть, здесь... всякие коробочки, в основном лего-коробки и трансформеры-коробки. Ну и, конечно же, моя великая бумажная постройка. Да, дом до сих пор вот в таком виде. Наверное, я когда-то показывал, и как бы вот так все и это. Пленка у меня куплена, как бы бери и закрывай, но руки не доходят никак. То есть, то ли нет времени, то ли лень. Вот, но нужно постараться его защитить от пыли. Сначала почистить, подклеить, потому что кое-что, так сказать, отклеилось, и нужно его привести в нормальный вид. Ну и в общем здесь очень много всяких различных коробочек. Нужно это немножко уплотнить, так сказать, уменьшить, а то я слишком здесь поставил. Вот, и как бы в принципе вот. Могу также сейчас еще показать, так сказать, как бы как коллекцию коробок из серии Studio Series, вот здесь по пятому фильму, и вот еще есть такие коробочки, то есть под циферками здесь поставил, то есть если как бы роботов там не было, трансформеров видно, то хотя бы по коробочке вы будете как бы понимать, кто у меня есть. То есть все я брал на Алиэкспрессе. Конечно же, вы спросите, а где же здесь коробка Бамблби, который по первому фильму, то есть под номером 01, и Jetfire коробка. Увы, они продавались без коробки. Бамблби был обещан с коробкой, привезли без, а Jetfire был без коробки, вот, то есть изначально. И вот как-то так, то есть, увы, нету двух коробок, ладно, хотелось бы, конечно, с коробками, с фонами, но, увы, вот как-то так. В общем, все, что здесь, как бы, я вам показал в этом местечке, но есть еще кое-какое местечко, где стоят LEGO Star Wars коробки, WWE титул и, так сказать, WWE фигурки, я вам еще не показал, мы сейчас туда скоро перейдем. Ну и, в общем, мы... переместились в другое местечко. Да, уже успело, в принципе, и потемнеть, но бывает такое. Так сказать, чудеса бывают. В общем, здесь мало чего изменилось, мало чего показать, но, в общем, есть что-то все равно, на что посмотреть. Конечно же, титул висит. Вот он, мой прекрасный титул, который я сам делал. Да, то есть из бумаги, естественно, все вырисовывал тщательно. То есть получилось очень хорошо, очень классно. Потратил немало времени. Видео отдельное есть, конечно,
конечно же, на канале. И вообще, хотелось бы, конечно, все сделать, но на это нужно время. Дальше, естественно, здесь у меня так и стоит, без изменений, то есть мои витрины, да, которые я давно делал, то есть это по Майнкрафт из бумаги серии, серия у меня, да, то есть это популярные ютуберы, популярные майнкрафтеры, так скажем, да. Вот, ну и парочку у меня здесь есть из Star Wars. Естественно, здесь у меня Лего Star Wars, вот тут могу вам сказать, что немножечко изменилось, то есть тут у меня Microfighters серия первая, серия вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Также в следующем году у нас будет седьмая серия. И, конечно же, я там два наборчика хочу взять. То есть вот тут вот так вот поменялось, красиво смотрится, очень красиво, да. Конечно же, изначально я брал все, так сказать, из серии наборы, ну а потом я начал тщательно. Так сказать, первая, вторая серия, в принципе, да, они все хороши, ну а дальше там пошли парочку, которые уже или были похожи, или, так сказать, вообще были, или похожие, или не понравились. Вот, так что начал потом тщательнее выбирать. Ну и здесь у меня, так сказать, Майнкрафт из бумаги продолжается, да, и вот здесь вот эти, так сказать, вот эта вот серия, очень хорошая серия планеты. Первая, вторая, третья, четвертая. Все есть у меня наборы. Всего 4. Могли бы, конечно, и больше сделать. И 5 серий, например, сделать. И 6. Потому что, к моему удивлению, почему-то они не сделали в этой серии Millennium Falcon. Хотя, как мы знаем, они Сокол Тысячелетия любят делать не один раз, а в этой серии почему-то нету. У меня имеется коллекция WWE фигурок. Да, маленький здесь бардак, как бы мини такой склад, не склад. Темноватенько, но немало, могу сказать, немало я имею. И также вы видите, здесь у меня Сигма. Уже готов, все постепенно я делаю, каждый день понемножечку, вот, то есть, да, здесь я очень так плохо показываю, но в отдельном видео вы увидите здесь все прекрасно с освещением, да, и вот так вот все закрывается, и, в принципе, пыль сюда, ну, залетает слегка, очень слегка, вот, и вот так вот видно, то есть, вообще прекрасненько, так что, это местечко мы рассмотрели, ну, и давайте будем, так сказать, заканчивать видео. Да, так сказать, я еще успел и, видимо, и переодеться, надеюсь, вы заметили это, может кто-то и не обратит на это внимание. В общем, вышел вот такой рум-тур, я вам показал, так сказать, одно местечко, где мои коллекции имеются, второе местечко вам показал, то есть немало вещей у меня имеется. Да, мне нравится как Лего, как рестлеры, рестлинг мне нравится, как трансформеры, Майнкрафт, тачки, то есть, в принципе, много чего меня интересует, так сказать. Буду, естественно, дальше продолжать это собирать. Вот, ну, в общем, видео вот такое вышло. Надеюсь, оно вам понравилось. Вот, напишите, что вам больше всего понравилось. Может, хотите узнать еще один лайфхак или что-то уточнить. То есть, можете все спросить, написать. Я отвечу, естественно, потому что комментарии читаю. Вы сами видите вот эти вот сердечки. Это значит, что я прочитал комментарий. Не просто так ставлю, значит, я прочитал. Вот, в общем, все. Не буду тянуть время. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео, так как видео еще много будет. Планирую очень много. Спасибо. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте своим друзьям, чем больше у нас, тем лучше. А я пойду. Всем пока.